Всем добра, с вами я, Александр, это канал Alex's Reaction, и сегодня посмотрим видео, которое, я думаю, что будет у вас на празднике на 8 марта, или как будет концерт 9 марта, ну, в общем, неважно. Именно на ваш женский день, для вас, дорогие дамы, для вас, дорогие женщины, для вас, дорогие девушки, молодые девушки, юные. Вот, для всех вас, в общем, наша женская аудитория, для всех вас будет эта композиция звучать, на мой взгляд. Это довольно-таки грустная песня, но она действительно очень такая интересная, и я думаю, что для вас, я думаю, это будет праздник, ее тоже услышат. На самом деле она не новая, и в то же время довольно-таки часто звучит. Насколько вы хотели ее услышать, тоже оставляйте комментарии, нравится она вам или не нравится, но сегодня будем ее слушать мы. И по этой композиции, думаю, что что-то добавлять и говорить пока что неуместно. Чуть позже мы это все обсудим. Ну а сейчас мы просто приступаем и смотрим. Я тебя искал долго, падал столько раз, больно. Тысячи дорог только видит Бог. Я у твоих ног сейчас крепко обниму. Связаны с тобой прочно. Если нужно, я лично за тебя жизнь свою готов отдать. Ты моя целая вселенная, самая бесконечная. Кажется мне жизнь ядом, если нет тебя рядом. Ком глотая слез, как бродячий пес, вою без твоей любви. Чувствую тебя кожей. Вместе мы с тобой сможем все перенести. Господи, прости, дай нам в один день уйти. Ты скажу я не тая.
А концовка, конечно же, у видео очень довольно-таки интересная. Непонятно продолжение, чем, конечно, это все закончилось, но на самом деле было бы очень довольно-таки интересно и очень хорошо, когда ты засыпаешь, вот так вот, потом просыпаешься, и у тебя опа, и новый трек, новый хит. Просыпаешься и пишешь сразу же на позитиве и на эмоциях, хороший сон увидел, и сразу же готов-готов писать и творить свое творчество, свои шедевры. На самом деле, конечно, это же все шутка, ну, по поводу клипа, тоже оставляйте комментарии, если что-то вы думаете, что-то есть, какие-то у вас эмоции, что-то, что-то. Конечно, мы уже неоднократно обсуждали это и неоднократно писали все это, то есть уже что-то здесь повторяться, ну, как бы смысла, наверное, нету. Но если что-то у вас новое и эксклюзивное, позитивное, опять-таки, пишите, оставляйте. По поводу самой композиции, исполнена шикарно, исполнена с грустинкой, сама композиция довольно-таки, как я и сказал, грустная, и действительно... Она достойна и должна быть на вашем празднике. Потому что ты моя. Ты моя, это очень прекрасно. Даже звучит, а из уст шамана это звучит еще лучше. Я думаю, что вы будете довольно-таки рады услышать ее. Хоть и неоднократно мы ее уже слышали. И продолжаем ее слушать, так как и многие остальные композиции. Ну, потому что будем надеяться, что что-то все-таки новое добавится у шамана. То самое эксклюзивное, что... ни разу не звучал вообще нигде. Ну, либо какое-то что-то прям такое эксклюзивно старое, которое звучало, но слышали его довольно-таки очень мало. Плюс еще, если добавить какую-то аранжировочку, обработочку именно этой песни, то есть добавить что-то новое, и будет... Тем более, что шаман может это сделать. Я более чем уверен, ему это, ну... как говорится, вопросов нету. Шаман на многое может и многое умеет. Здесь что-то более, наверное, продолжать говорить. Какие-то эмоции. Эмоции, как всегда, позитивные. Позитивные и добрые, может быть, только к творчеству шамана. Все, что остальное, и гадости, и плохое пишут. Но, ребята, я не знаю, что-то у вас со слухом или вообще что-то с вами не то. А по поводу всей песни. Красиво, очень красиво. Как бы грустно не было, очень красиво. Ну и, в принципе, все. От вас лайки, комментарии, также теплые слова шаману и не менее теплые слова каналу Alexis Reaction. Ну или лично мне, Александру. Мне очень приятно такие комментарии читать, когда смотришь, поток комментариев, и там раз, что-то для себя такой, думаешь, вау, как это хорошо, как это приятно. Потому что от вас тоже внимание тоже довольно-таки очень... Очень хочется. Нас уже много, и хочется большего. Вот, поэтому те, кто не подписан на канал, подписывайтесь на канал. Будем чаще встречаться, будем чаще общаться, и также будем вместе общаться на стримах вживую. Ну, а на сегодня с вами был канал Alexis Reaction. Надолго с вами не прощаюсь. Вам позитивчика, хорошего настроения и заряда, потому что уже остается не так много до 8 марта, до вашего праздника, дорогие девушки, женщины. И юные леди, все-все для вас будет звучать на этом празднике, на концерте шамана. Поэтому покупайте билеты, если это еще возможно. Ну и, соответственно, заряжайтесь позитивом и настроением. Ну а те, кто не успеет купить, соответственно, всегда рад увидеть вас на канале Alexis Reaction. Будем делиться тем, то, что найдем, тем, что со мной поделятся, и тем, что найдем, соответственно, на больших сетях интернета. Вот, на сегодня это все. Всем до встречи, всем пока-пока. Я тебя искал долго, падал столько раз, больно. Тысячи дорог только видит Бог. Я у твоих ног сейчас крепко обниму.
связаны с тобой прочно. Если нужно, я лично за тебя жизнь свою готов отдать. Ты моя целая вселенная, самая бесконечная, гордая и верная. Ты моя целая вселенная, и скажу я не тая. Ты моя. Кажется мне жизнь ядом, если нет тебя рядом. Ком глотая слез, как бродячий пес, вою без твоей любви. Чувствую тебя кожей. Вместе мы с тобой сможем все перенести. Господи, прости, дай нам в один день уйти. Ты моя целая вселенная, самая бесконечная, гордая и верная. Ты моя целая вселенная, и скажу я не тая. Ты моя целая вселенная, самая бесконечная, гордая и верная. Ты моя целая вселенная, и скажу я. Осторожно, дверь закрывается.